Здравствуйте, я знаменитый армянский художник Мартирос Сарьян. Впервые я побывал в Армении, будучи студентом, и с тех пор моя жизнь изменилась. Моя родина меня вдохновила. Этот клочок земли на склонах Арагатса я рассматриваю как источник надежды, как опору нашего древнего народа, по-отцовски дарующего нам свою мудрость и волю. Я показал миру, что наша скалистая земля хранит в своем лоне трудолюбивый народ и созданы им великолепные памятники культуры. Все, все на этой земле для меня свидетельство неиссякаемой жизненной силы. Свое вдохновение я нашел на родине. Там его найдете и вы.